Здравствуйте, мои дорогие! С вами Регина из Италии, из города Флоренции. И дело в том, что сегодня такое прекрасное утро. Сейчас мы собираемся на работу, но перед тем мы всегда завтракаем с супругом. И рядом с моим домом есть вот такая панетерия. Здесь продается хлеб тосканский. Очень большое изобилие, выбор огромнейший. А также есть вот такие сладости. У них действительно большой выбор. Все это делается здесь, испекается. У них сзади есть форно. Вот такие вот сладости. Они делают тортики на заказ. Я здесь беру всегда вот такую скиачату. Она круглая, я ее беру половину. Она очень мягкая, вкусная. Полита оливковым маслом и посыпана солью. Она мне напоминает лепешки мои с моей родины, из Узбекистана. Очень вкусные. Напоминает. А также я беру вот такие булочки. Булочки у них очень вкусные и очень-очень большие. Они делают с кремом фисташковым, шоколадным, джемом разным. То есть на любой вкус. А также у них есть пицца. Пицца тольятти – это вот такая вот кусочками порезанная. То есть, посмотрите, какой ассортимент у них. А также уже панины есть здесь готовые. Пицца маргарита. А также есть у них здесь уголок, где можно выпить чашечку кофе или капучино. А также можно сделать любой бутерброд, который вы хотите. Прошутто или салями, или с мортаделлой. Вот эти девочки здесь работают всегда. Уже я заказала булочки, сейчас я заберу. Ну, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ну, а я пойду дальше. Не знаю, что это за монумент. Что это за такое здание, я не понимаю. Сейчас приближусь, посмотрю. В общем, я подъехала поближе. Эта улица называется Via Masaccio. И с другой стороны Via Capo di Mondo. Поэтому вот это здание, это оказывается церковь. Да. Вот такая вот церковь. Издалека я вам показала ее, вот эту конструкцию. Эта конструкция необычная, действительно, она как какая-то вот такая вот конструкция типа башни, но такая вот необычная. И сейчас я подойду поближе, покажу вам. Здесь написано Chiesa del Sacro Cuore. Так, и здесь вот такие вот колонны, столбы вот такие огромные, высокие, которые держат именно как каркас вот эту всю конструкцию. А здесь вот такие вот двери интересные. Здесь какие-то изображения. Естественно, это металл. Нужно прочитать мне, что означает эта церковь, какого года, в каком году она была построена. Если я найду информацию, обязательно я вам скажу. Или под видео в описании напишу.
получается, здесь две двери вот такие. Центральная, наверное. Все-таки посередине. Не знаю. Здесь тоже вот такие вот изображения. Красота именно издалека, потому что конструкция этой церкви необычная. Чуть-чуть отошла в сторону. И на самой верхушке крест. Такие вот старинные палаццы. Это боковая часть именно этой церкви. И посмотрите наверху, какие купола. Она прекрасная, эта башня. Это двери собора. Вот такие они огромные. И очень красивые, конечно. Вот, мои дорогие, я стою на дому, собору. Я помню, что одна из моих зрительниц попросила меня показать именно эти ворота.
они были на реставрации или что-то они делали, не знаю. Может быть, они мыли это все тщательно. Было закрыто долгое время. Где-то месяца 3-4 было закрыто. Сейчас это доступно. Вот смотрите, только вот правда закрыто. Это я имею в виду вот этими заборами металлическими. Но тем не менее, достаточно видно. Посмотрите. Покажу поближе. Придется мне за решетку руку свою продеть, чтобы вам было видно эти работы. Очень интересные работы здесь. Все это золотом покрыто. Очень красивая вырезка. На металле. Изумительно красиво. Вот эти заборы, вот эти металлические, мешают нормально сделать съемку. Когда все это откроется, когда все наладится, обязательно сделаю еще один обзор. И вот такие вот они огромные, эти ворота. А наверху тоже вот такие вот статуи. Сейчас я придется мне чуть-чуть далеко подальше отойти, чтобы вам это показать. Вот так. Вот такая вот прелесть. Вот, смотрите, я, чтобы вы понимали, где я нахожусь. Вот это пьяца собору, дому. Я вам неоднократно показывала, но возможно, что есть люди, которые зашли впервые на канал и не видели мои предыдущие ролики. Мне не жалко, я здесь и покажу вам еще раз. Сейчас эта церковь тоже закрыта собором. Сегодня пасмурно, но дождя нет. Сейчас в данный момент идет немножко реставрация купола с какой-то с одной стороны. Ну все, мои дорогие, на этом я заканчиваю свою съемочку. С вами была Регина из Италии, из города Флоренция. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. И до скорой встречи. Пока-пока.